Если все пойдет по плану, то в феврале 2021 года вертолет-разведчик «Изобретательность» сядет на Марс именно так. Каждый этап посадки будет рассчитан до минуты. Целостность этого аппарата критически важна для миссии «Марс-2020», ведь он будет исследовать возможные цели на Красной планете для марсохода «Настойчивость». Уже скоро с мыса Канаверал в США стартует ракета-носитель. Идут последние проверки и испытания. Как ожидается, посадку марсоход совершит в кратере Джезера. Ученые считают, что почва там богата карбонатами и кремнием. Если это так, то это может указывать на то, что примерно 3 миллиарда лет назад на месте кратера было озеро с водой, и она была пригодна для существования в ней жизни. Это один из самых захватывающих элементов миссии. Мы впервые будем летать на другой планете. Это очень важный инструмент исследований. Самой большой трудностью для ученых было придумать, как заставить аппарат летать в разряженной марсианской атмосфере. Вертолет довольно маленький, но лопасти огромные. Их диаметр достигает метра. Очень важно, чтобы лопасти были большими, поскольку атмосферное давление на Марсе очень низкое, всего 1% земного. Впрочем, провести испытания полета в реальных условиях на Земле не получилось. Ученые просто не смогли построить достаточно большую камеру с очень холодным воздухом и низким давлением. Аппарат будет делать фотографии и видео и отправлять их на спутник на орбите Марса. Затем всю информацию передадут на Землю. Летать вертолет сможет по несколько минут за раз. Потом нужно будет садиться и заряжаться. Это означает, что каждый его полет будут тщательно планировать. Если все трудности удастся преодолеть, то вертолет-разведчик сделает будущие миссии на Красную планету более эффективными. Старт намечен на 30 июля.